Год назад жители 20-го дома микрорайона Кулацкий провели за свой счет ремонт двора. Обустроили детскую площадку, покрасили стены гаражей, рядом с тротуарами возвели цветочные клумбы. Преобразившийся двор претендовал на звание лучшего в нашем городе, однако все изменилось прошлой осенью. Ямы накопали, детей даже за ручку уже отпускать нельзя, и из-за чужих переживаешь, все время ходишь, их шпиняешь. Яма стоит глубокая, там не то, что даже дети, там даже человек взрослый пойдет, вот плохо, не дай Боже, возле ямы станет, упадет, утонет, как нечего делать. И никто ничего не слышит нас и не действует. Почти год глубокая яма напротив двора не привлекала внимания коммунальщиков, но за 10 минут до приезда съемочной группы ее таки решили засыпать. Однако проблемы жильцов на этом не закончились. Перекопали все тротуары, оставили нам ямы, оставили грязь. У нас нет пешеходных дорожек, у нас нет светофора. Поэтому у меня огромная просьба к власть придержащим, чтобы обратили внимание на поселок, на наши проблемы. Дмитрий Сосновник, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».